Сегодня утром, даже не позавтракав, мы отправились в отель The Breakers. Я надеялась выпить там прекрасный кофе и съесть, может быть, замечательный миндальный круассан. Посмотрите, пока мы едем на город Палм-Бич. Пальмы, все ухожено, хорошая, красивая архитектура города и идеальная чистота повсюду. Почти счастье. На завтрак из нашего отеля мы приехали опять в The Breakers для того, чтобы просто выпить здесь кофе. Сегодня я еще пока не завтракала. Мы идем сейчас пить кофе вот в этом потрясающем местечке. Посмотрите, какая здесь красота. Посмотрите, фонтанчик, столики. Просто радость для глаз. И там внутри цветочного магазина есть небольшая кофейня. Сейчас я вам ее покажу. И мы вот здесь на улице. В январе будем пить кофе. Вот такой здесь потрясающий цветочно-сувенирный магазин. Просто потрясающий. Как здорово бывать в местах таких достойных. И здесь, внутри этого магазина, такое не менее потрясающее кафе, где мы сейчас будем пить завтрак. Вот здесь можно взять, да. Я, конечно, беру кофе и Алмант Кроссан. Да, и посмотрите, какой это чудесненький магазин. Сколько здесь всего великолепного. Просто великолепное. Все есть необходимое, что только. И книги можно купить, и можно свечи купить. И можно купить любые абсолютно сувениры. Любые аксессуары. Красивые. Говорят, что здесь на Новый год цена за номер стоила 8 тысяч долларов. Ну, не стоит, наверное, приезжать в новогоднюю ночь сюда. Здесь есть необходимые шампуни, все высокого уровня и все необходимое от загара. Все самые лучшие средства, которые только есть от загара, и лучшие шампуни. Вы знаете, эти лучшие шампуни Ори. Вот эту верту я не знаю компанию. Ориб знаю. Ну и вот дальше, если пройти, бесконечные открыточки можно купить интересные. Цветы живые, пожалуйста. Живые и неживые, я вижу, здесь есть. Посуда красивая. Мы с вами среди богатых. И это основной мотив, что я всегда вам пытаюсь вас убедить, что нужно быть богатыми. Поэтому «Умница, красавица, богачка» — моя книга, написанная для вас несколько лет назад. И теперь курс, который я веду по «Школе элиты», это тоже о том, как стать богатой, как стать влиятельной, красивой, умной. В общем, лучшее, что можно взять от жизни, лучшие версии. Несмотря на то, что круассан стоил 7,50 и кофе 3,50, его подают вот в такой вот ужасной коробке. И похоже, что он какой-то пережженный уже. О май гад. Во Франции вам бы дали настоящую тарелочку, настоящую чашечку с вилочкой, с настоящей, и все было бы культурно. Смотрите, какой красивый бар в этом отеле. Какой он яркий, потрясающе красивый. Все мужчины работают. Хай. Обедают богатые американцы. Давайте я вам покажу. Посмотрите на обеденные комнаты отеля The Breakers в Палм-Бич, Флорида, США. Посмотрите, где обедают богатые американцы. Как они оформляют свои места, в которых они обедают. Колоссальные букеты живых цветов, замечательные красивые люстры, потолки. И так выглядит обеденная комната, где люди завтракают, где люди имеют ланч и ужин. И эта комната называется... Этот комплекс называется Флорентийская Florence Dining Room или Флорентийская обеденная комната. Посмотрите, сколько красоты!
Поистину хочется быть человеком состоятельным, чтобы даже пищу принимать в таких красивых условиях. А за окном у вас плещется Атлантический океан. В отеле перед очень красивым рестораном морепродуктов. И посмотрите, у меня тут плещется океан. Очень интересная картина. Картина, написанная Жан Гименес Мартин. Он жил 1858 год под 1901, и картина написана в 1886 году. Называется «Султан Фейворит». Султан's favorite, то есть фаворитка султана. Вот входит султан, сидят на скамейке, наверное, музыканты. Я так плохо вижу, кто сидит. Да, наверное, музыканты. Видно, что ребенок какой-то сидит тоже на скамейке. И вот его фаворитка. Посмотрите, что здесь есть. Розы разбросаны на полу, шкуры леопарда, я думаю. И эта женщина, которая курит кальян. У нее кальян перед ней, и посмотрите, здесь курица тоже что-то такое, наверное, какие-то, я думаю, конечно, наркотики распыляются. Вот так вот к ней входит султан, и она его на такой вот постели ожидает. Так это смотрится картина в целом, но деталями трудно рассмотреть, как-то все не очень подробно, но то, что девушка с кальяном курит кальян, и тут же все еще и что-то распыляется вот отсюда, какие-то благовония. Вот так занимались любовью в прошлые века в гареме султана. А я продолжаю радоваться теплой погоде, возможности носить легкую одежду, солнце, цветы, пальмы, какая красота вокруг. Спасибо вам, подписчики, вы написали мне, что это не аист, а что это цапля. Вот такие птицы живут во всех этих резортах, ходят по городу, там еще очень много больших крупных попугаев прямо на деревьях. Так что никому не тесно в этом мире, все живут вместе. Невозможно не любоваться этой грациозной птицей. Посмотрите, какие движения она делает своей шеей. Какая красота! Я хочу показать вам, как выглядят женщины в этом очень дорогом районе. Николай играет только здесь роль. Я как будто бы его снимаю, на самом деле я снимаю этих женщин. Мы пришли на еще одну плазу, тоже очень-очень красивую. Здесь хороший был кафе, ресторанчик. Мы здесь ели ланч. Конечно, ничего хорошего, ничего особенного. Кафе нам не удалось пока себе купить кофе. Но еще потрясающее местечко и очень-очень много супер богато одетых женщин. Потом я вам расскажу, что я думаю об этом. Опять идет сильный-сильный ливень. Каждый день здесь такие проливные ливни. Напротив меня Эрмес магазин, слева от меня Ив Сен-Лоран. Еще одна плаза для очень богатых людей. Но, как я вижу, не совсем мне все это нравится. Плаза. Женщины здесь занимаются пилатес. Женщин ходят. Смотрите на эту красоту. Вы только посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту красоту. Как оформлены витрины магазинов. Потрясающе.
И везде лето, везде счастье. Ну что, наш отпуск короткий закончен. Мы возвращаемся в холодный Торонто. Эта птичка красивая с кленовым листочком на борту отнесет нас домой, где начнется наша обычная жизнь. До свидания, голубой океан. До свидания, пальмы и цветы. Жизнь возвращается в свои обычные рамки. The future is bright. Can weather any storm.